зал приглашается делегация средней образовательной школы номер 19 имени Ларисы Попугаевой. Общеобразовательной школы номер 24. В зал приглашается объединенная делегация регионального технического колледжа, детской школы искусств, Центра дополнительного образования. В зал приглашается делегация культурно-спортивного комплекса. Внимание! Для приветственного слова на сцену приглашаются глава муниципального образования город Удачный Приходько Артур Владимирович и исполняющий обязанности директора-координатора предприятий компании «Алроса» в городе Удачном Павленко Сергей Витальевич. Добрый вечер, дорогие ребята. Традиции города Удачного данное мероприятие в преддверии новогодней ночи — это уже такой у нас постоянный момент, когда в этом зале собираются люди. Уверен, среди стоящих в этом зале сегодня случайных людей нет. Мы действительно, как руководители города, уже знаем о ваших достижениях, о ваших успехах. Об этом знают в Мирнинском районе и за пределами. Мы гордимся вами, и нам бы хотелось сегодня в очередной раз поприветствовать вас, пожелать вам прекрасного вечера, подчеркнуть свое уважение за те достижения, которыми мы вместе с вами можем уже сегодня гордиться. Доброго вечера! Добрый вечер, дорогие ребята! Во-первых, я очень рад приветствовать и видеть здесь самых, наверное, талантливых, самое главное, старательных ребят и самых перспективных ребят, молодежь нашего города. Среди вас, я уверен, стоит и будущий глава, наверное, нашего города, да, и будущий директор комбината и руководитель цехов, но наряду с этим среди вас, я уверен, стоят и творческие личности, которые мы через небольшое количество времени увидим с экранов наших голубых телевизоров, экранов, да, вы будете художниками, будете музыкантами, творческими личностями. Я очень рад, что вы находите время на творчество, на спорт, на отличную учебу, отличные показатели. В наше время многие жалуются на ритм жизни такой, да, на определенные обстоятельства. И вот, невзирая на все эти обстоятельства, вы находите время и реализуете себя, реализуете все свои мечты. Поэтому удачи вам и рад вас еще раз приветствовать сегодня. Разрешите продолжить наш бал традиционным представлением лучших учащихся поименно. Итак, представляем лучших учащихся школы номер 19. Гуменный Владимир Сергеевич. Член военно-спортивного клуба «Виктория», активный участник коллективных творческих дел школы и города, диджей школы и городской дискотек, занимается в секции кикбоксинга. Личенко Мария Александровна. Активная участница творческих мероприятий школы и города, неоднократно
Красный призер в номинации «Художественное слово» фестиваля «Искры творчества». Член студенческого объединения добровольцев «Республика Добра», активная участница внутриколледжевых мероприятий и волонтерских акций, имеет хорошие показатели в учете. Дорогие друзья, церемония приветствия окончена. Просим всех занять места за праздничными столами. Я сам разволновался за время приветствия, но вот уверенность такая железная появилась. Сергей Эдарович, скажите, будущее удачного есть, да? Поднимаем бокальчики, ребята.
всего несколько дней. А праздничное настроение и не пахнет. Не пахнет? С этим надо что-то делать. Купи настоящую живую елку. Купила, не помогло. Ну, тогда начни покупать подарки. Уже купила. И мне? И тебе. И что, не помогло? Нет. Так, есть еще один старый проверенный способ. Надо посмотреть новые елки, или новогодний тариф, или новогоднюю классику. Природе судьбы, чародеи. В общем, надо посмотреть какой-нибудь очень хороший фильм про Новый год. Тебе какой фильм нравится? Ты мне сейчас такую идею подсказал. А, насчет фильма? Да. Только я предлагаю не смотреть фильмы, а здесь и сейчас снять свои новогодние ремейки. Устроим Новый год, как в кино. Классно. Давай. От создателей культовых банкетов долгожданная премьера декабря. Стильный, динамичный, местами фееричный, удачницкий блокбастер «Полярная сова». Подожди. Это почему полярная сова? Ну как почему? Мы где живем? У самого полярного круга. Вот, а сегодня в зале кто? Умники и умницы. Лучшие из лучших. Правильно, а сова – символ знания. Она покровительствует наукам. Поэтому наш блокбастер я и предлагаю назвать «Полярная сова». Круто! Тогда давай еще раз. От создателей культовых банкетов долгожданная премьера декабря. Стильный, динамичный, местами фееричный, удачнический блокбастер «Полярная сова». Новогодняя елка и ваши любимые ведущие. Встречайте Новый год в компании старых друзей. Только в кино все так необычно, все так непривычно. Только в кино все так романтично, все так симпатично. Только в кино все так феерично, все так фантастично. Так фантастично, поверьте нам лично, только в кино! Сцена первая, начало, дубль первый. Итак, к съемкам фильма все готово. Так, операторы вижу на месте. Камера на меня, на меня. Ага, отлично. Теперь на артистов. Ага, превосходно. Ассистенты, Даринку на площадку. Это мне новогодний подарок? Нет, это для наших артистов. А им зачем? У них вон посуды на столах сколько. Неужели ты не знаешь? Это такая киношная традиция. Перед началом съемки берется обычная тарелка. На ней расписываются все участники фильма. И тарелку разбивают. Потом все разбивают именные осколки. А кто придумал, в чем глубокий смысл этого ритуала? Да, никто и не помнит, но традиция исключительно российская. Так, понятно. Ну хорошо, традиции мы нарушать не будем. Ассистенты начинают собирать автографы, а мы пока отсмотрим праздничные номера для нашего блокбастера. Внимание! Камера, мотор! Сцена первая, начало, дубль второй! Свое выступление на кастинге показывает ансамбль «Переменка». Thank you.
Ансамбль «Переменка», аплодисменты! А сейчас смотрим праздничное поздравление от вокальной группы «Вариант». Встречаем! Аплодисменты, друзья! Thank you.
Тут, итак, киношная традиция соблюдена. Автографы, я вижу, всех артистов собран. И под бурные аплодисменты мы передаем эти тарелки продюсерам нашего блокбастера «Полярная сова». А вот будете вы распивать эти тарелки или отдадите на память киноагентства, приславшим лучших артистов, решать вам. Аплодисменты, ребята! Это что еще за отсебятина? Это скрытая реклама. Ну, кино. Ах, да, что-то я отвлеклась от темы. Тбилисский кинофестиваль, Каннский кинофестиваль, Московский, Венецианский, Кинотавр. Друзья, а скажите, что у них общего, кроме кино? Что у них общего, кроме кино? У них фестивали. Ну, ладно, подсказка. Почему звезды ходят, киноартисты? На кинофестивале. На кинофестивале почему они идут? Красная дорожка, совершенно верно, молодцы. По ней ходили цари, короли, президенты, актеры, ну, в общем, все звездные особы. Да, на нашем новогоднем шоу звездные особы — это Дед Мороз и Снегурочка. И они вот-вот появятся. Ага, у нас еще ничего не готово. Где красная дорожка? Я сдала в химчистку. И как мы теперь будем снимать эпизод со звездами? Не расстраивайся. У нас есть великая сила искусства. Она-то и поможет нам обозначить красную дорожку по-другому. Кто нам нужен в первую очередь? Да, телохранители. А как ты их себе представляешь? Ну, как-то, вот, наверное, вот так вот. Тебе какой больше нравится? Ой, а мне вот этот больше нравится. Пойдем, найди похожего. Ну, давай, ладно, вставай. Ой, папа, будешь телохранителем охранять Деда Мороза и Снегурочку. Проходи. Ага. Но нам еще один нужен. Еще один нужен. Пойдем, там посмотрим. Так, может, телохранительница? Серьезный молодой человек, мне кажется, да? Кажется, он даже не похож. Как за каменной стеной. Пойдем с нами. Так, под аплодисменты, ребята. Встречаем наших телохранителей. Вот, смотри. Мне уже не страшно ничего с ними. Проходи к нам на сцену. Так, пожалуйста, реквизит. Очки, шляпу, все по-настоящему. Так, друзья, ваша задача охранять кинозвезд Дед Мороза и Снегурочку. А кто еще нужен? Так, ну, папарацци нужны. Папарацци? А у кого есть с собой сегодня фотоаппараты? Никто не приходил фотоаппараты. На телефоне, да? Ну, телефон у всех есть. Ну, понятно, сейчас каждый папарацци. А у кого больше всего мегапикселей? Сколько? Ну выходите вдвоем, выходите, ладно? Под аплодисменты встречаем наших папарацци. Будете фотографировать наших звезд. Деда Мороза и Снегурочку сюда проходите. Ваша задача сделать как можно больше снимков с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все понятно? Отлично, потом мне фоточку, пожалуйста. Так. Все понятно. Так, и еще. Кто же нам еще нужен? Так. Фанаты нам нужны. Фанаты, ага. Ну, это проще простого, мне кажется. Фанаты об этих звездах все знают. Поэтому быстро отгадай мои загадки. Загадывай. По тайге он вечно бродит, хороводы хороводит. Белый бородой оброс – это? Вот с того столика. Молодец, выходи к нам. Будешь фанатом. Так, еще есть загадка у тебя? Да.
нравится? Нет. Удивит она нас всех. Ведь красиво и мила в гости в Новый год пришла. Хороши ее глаза и длиннющая коса. Замечательная фигурка, а зовут ее... Фигурка! Что здесь раньше приклеили громче, просто тут кричат. Кто кричал, Снегурка? Да, все кричали. Девушка, против вас. Так, аплодисменты, это наши фанаты. Вы фанаты. Ваша задача, слушай внимательно, взять у Деда Мороза и Снегурочки автографы как можно больше. Для этого дали вам открытку. И фломастеры. Так, и, собственно, теперь нужна сама красная дорожка. Где она? Я предлагаю выбрать из актерского состава. Каким образом? Ребята, у кого из одежды есть красный цвет? Элементы красного цвета. Вон девушка с конкретно красным платьем. С телефоном. Выходим к нам. Выходим. Вот тоже такой красный. Иди смотри на текст, а? Ну ладно, сиди. Так, вы вдвоем тоже выходите. Давайте. Красная дорожка. Нам нужно больше красного, потому что хит чистый красный дорожка. А вот молодой человек в галстуке красный пришел. Просим выходить. Так. Получается, раз, два, три. Четыре. Так. Хорошо, вы красная дорожка. Так, делаем красную дорожку. Огромные аплодисменты. Проходим. Делаем такой небольшой коридор для наших звезд. Вот такая красная дорожка. Так, собственно, строители, идите встречать, охранять Деда Мороза и Снегурочку, они сейчас появятся. Проходим, телохранитель. Вот здесь вы должны их ждать, ясно? Так, уважаемые фанаты и папарацци, так, за ограждение не заходите, ясно? Так, где у нас папарацци, фанаты, все, да. Давайте, кто-нибудь из фанатов папарацци на ту сторону? Вот, да. Да. Так. Это мощнейшая проверка на прочность для наших звезд. Деду Морозу и Снегурочке сегодня предстоит впервые выйти на красную дорожку. Они хотят выглядеть на все 100. Мы должны им помочь. Приглашаю всех выйти, всех, ребята, выходим для встречи Деда Мороза и Снегурочки. Образовать, так сказать, коридор зрителей. Выходим все. Встречаем Деда Мороза и Снегурочку, давай. Надо немножко растрясти, да, вот встаем здесь. Так, телохранители готовы? Да, устраиваемся здесь, прям, да? Поближе. Красная дорожка. Так. Телохранители, у вас важная задача, блин, звезд. Так, давайте сюда немножечко. Ага. Можно фотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также брать автографы, не забывая. Ну, и давайте... По традиции, как всегда делали, сейчас позовем Деда Мороза и Снегурочку. Три раза. Готовы? Давайте. Три, четыре. Дед Мороз, Снегурочка. Ну, еще разочек. Три, четыре. Дед Мороз, Снегурочка. Ну, давайте веселее. Три, четыре. Дед Мороз, Снегурочка. Внимание! Каня, мотор! Thank you.
родители отлично справляетесь с заданием. Добрый вечер, друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Я в этом бизнесе уже более 100 лет и всегда мечтал, что когда-нибудь я смогу пройти по красной дорожке. Я рад видеть вас в этом замечательном, красивом зале. И мне приятно встретить Новый год с молодой, задорной, веселой компанией! Аплодисменты! А я хочу поблагодарить маму и папу. Никогда их не видела. А еще хочу поблагодарить Деда Мороза за то, что меня всегда берет с собой на такую классную тусовку. А еще хочу поблагодарить вас за то, что вы нас любите! Мы ждали вас. Так, охрана, как мы работаем? Почему тут посторонние площадки? Аккуратно. Какой же кинофестиваль без приглашенных звезд? Спасибо за поздравления. Дедушка Мороз, мы видим, что ты пришел полным мешком. Настала пора вручения премий. Все верно, только я думаю, что у вас телепатические способности. Подарки, конечно, со мной! Готовим площадку для эпизода награждения. Итак, трибуна здесь. Прошу всех актеров занять места для торжественной церемонии вручения «Полярная сова». Встаем так же, как в начале нашего вечера, по периметру. Встаем. Ну и просим, конечно, наших дорогих продюсеров подняться на сцену под ваши бурные аплодисменты. Представляем
награждение лучших учащихся школы номер 19. Гуменный Владимир Сергеевич. Анна Витальевна. Yeah.
Климова Рима Канадиковна. Рима Канадиковна. Thank you.
Алексеевна. Александра Павловна. Алексеевич.
Слово Дарья Алексеевна. Аплодисменты громче, громче. Сегодня я вот всем присутствующим могу сказать, что лично горжусь вашими достижениями сегодняшними. Мы с Сергеем Витальевичем так окунулись в свое прошлое, вспомнили чуть-чуть. Мы не имели где-то там таких же достижений, успехов, которые имеете сегодня вы. Я уверен, что за вами будущее, города удачного, светлое будущее, под вашими какими-то руководствами, вашими достижениями у нас все будет классно. Я еще раз хочу, наверное, от имени администрации города, от себя лично, наверное, от всех горожан сказать вам спасибо. Не останавливайтесь на достигнутом. Я думаю, что впереди у вас самые лучшие годы, и мы будем в дальнейшем и сегодня уже гордиться вашими достижениями. Спасибо, что вы у нас есть. С наступающим Новым годом! Всего самого хорошего! В Новом году! Гордость и ваших школ, вы гордость вообще в целом нашего города и республики.
Я хочу вам пожелать в преддверии Нового года, чтобы вы в дальнейшем продолжили работу над собой в первую очередь. Ведь самая основная борьба – это борьба с собой. Чтобы дальше развивались в направлениях, которые вы любите. Вы сейчас стоите на пороге, многие будут заканчивать уже скоро среднюю школу, будете заканчивать ваши учебные заведения и думать, и вы уже, наверное, наверняка задумываетесь, и многие уже определились со своей профессией дальнейшей. Так вот, я хочу вам пожелать, чтобы выбор был ваш правильный, а он, я уверен, будет правильный. И вы получили новые знания, которые могли бы применить на благо, в первую очередь, нашего города с вами, самого лучшего, красивого города. Мы вас все очень ждем. У нас самое лучшее предприятие, которое будет еще не одно десятилетие работать и будет работать еще с вами, с вашими детьми и внуками. Поэтому ждем вас. Удачи вам, счастья и с наступающим Новым годом!